Во дворе старейшего в Самаре храма Вознесенского собора, построенного больше 170 лет назад, звучит молебен и напутствие перед марш-броском по историческим местам области. На 8 внедорожниках 25 участников автопробега проедут сотни километров по всему региону. Экспедицию посвятили 165-летию Самарской губернии. Остановки будут рядом с храмами, монастырями, часовнями в городах и маленьких селах. В программе встречи с молодежью, воспитанниками патриотических клубов. Каждый день мы будем встречаться на местах исторических, православных, где когда-то стояли храмы. Поговорим со старожилами, может, что-то они помнят, соответственно, о семи фильмах. Самое главное, я считаю, всех призываю учить, изучать историю и любить свою родину, малую родину, нашу Самарскую губернию. Экспедиция еще и паломничество по святым местам. С собой участники берут копию Самарского знамени. В пути планируют снять фильм об уникальных особенностях и истории края. Одна из целей проекта – сделать область еще привлекательнее для туристов. Экспедиция продлится 6 дней, и участникам предстоит побывать в 18 муниципальных образованиях Самарской области. Маршрут проложен не по трассам, а по бездорожью и имеет форму кольца. Оно замкнется 24 августа здесь, рядом с часовней святителю Алексию. Марина Кравцова, Константин Головин. События.